Это игра Aliens vs Predator. Здесь можно выбрать из трех персонажей, которые здесь есть. Это хищник, чужой, десантник. Выживание один игрок. Допустим, эпизод за хищника. Новая игра. Также выбирается уровень сложности, который здесь, ну, вам нужен. Вот как бы так. Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Так, ну, первый режим — это режим обучения. Значит, нужно пройти целый сложный такой путь для того, чтобы создать из себя настоящего Юджа, хищника. Когда ты будешь готов приступить к испытаниям, посмотри в сторону. Это как бы краткое обучение. Для начала. Так. Выполни задание, чтобы приступить к испытанию. Так, что ж дальше? Да, начнется охота. Первый эпизод идет за хищника. Вот, значит, что здесь нужно делать? Сражаться, естественно. Так. Так, для мощной атаки нажимайте кнопку Mash 2. Так вот это делается все. Лупите, бейте, деритесь. Так, после того, как вы разблокировали эту кнопку, идете. Ставите блок. Это вот все пригодится в сетевой игре. Затем быстрая атака позволяет нанести удар. Ну, естественно, кнопка мыши 1 это для того, чтобы как-то... Можно его скинуть, или даже нужно. Все. Первое самое такое обыкновенное. Где он там есть? Так, можно на расстоянии.
Так, интересно, где он здесь? Так, следующий шаг в этом самообучающем истории, самообучителей. Это... Так. Индикатор, естественно. Походу. По расходу энергии и, естественно, вашей жизни в игре. Персонажа, точнее. Текс. Медкапсулы, которые очень быть нужны. И, естественно, плазма. Плазменная такая штуковина. Это как в этой игре Predgrounds Predator. Так, не болтать долго. Статуем. Так, на этот раз все поживее и поинтереснее. Так, после этого ты становишься частью ПВОЗ. Уходи, ублюдок.
Эпизод за хищника. Здесь есть такие же способности, как зрение, оптический камуфляж, тепловизор и, естественно, скрытая атака. Так, давайте поищем ксеноморфов. Давайте. Значит, можно нападать открыто, можно нападать скрыто. Вот. Один вариант. Когда вы нападаете открыто совершенно, можно делать захват. Так, и следующий вариант. Скрыто, конечно, атаки. Все чисто. Спокойно. Вот здесь предлагается такая фича. Манок, так называемый. В чем-то, конечно, помогает. Так, надо кого-то выделить здесь. К себе. Сюда! Сюда, туда, туда-сюда. И все. Похоже, звук шел отсюда. Также перемещается по деревьям, поэтому... Подзарядка плазмы. И следующая локация. Лес густой. С каждым разом все выше ранг хищника, все лучше. Теперь следующая раса — это раса чужих оленей. Это приступаем с оленями. Особо возиться придется на в начальных уровнях, потом уже как-то будет попроще. Стремятся, конечно, пробить блок. Первые два. Здесь, конечно, побольше. Это как бы для разогрева. Выжил. Так, начинаем сражаться. Так, трое плюс минус один там где-то.
Так, отлично. Следующая локация. И следующая раса люди. И уже с людьми. Охранное заграждение обесточено. Есть! Левых кадов уложили! Орудие 4,5! Внимание, КДВ! Защита восстановлена! Все гораздо проще будет. Но будьте внимательны! Так, здесь также все проще. То есть охотишься на них уже как... Знаешь с кем. Сейчас надо забрать у них вот это вот все. Подзарядка плазмы, естественно. Сражается. Молодец. Пришли. Так, вон турель. Отключается. И затем можно понаблюдать, как солдаты с оленями. Все. По сути дела, отключила защиту. Вот оно так и происходит. Не снижаем бдительности. Перезарядка! Олены, конечно, делают захваты. Теперь следующий уровень. Замечено движение на болотах. Возможно, так, ну это болото. Рассыпаться цепью. Прочесать сектор. Болото. Там могут быть ксеноморфы. Так, сейчас я его, думаю, бесшумно. Ah!
Так, идем дальше. По деревьям. По деревьям. Так, это противопехотные мины, трофеи. И погибший младший. Пробьет блок мне. Так, хорошо. Еще не всех поймали. Так, следующий шаг. Забрать трофеи и плазму. Надо зарядить. Вы видели эту громадину? Что это было? Меня кто-нибудь слышит? О, черт! Да что здесь произошло? Пусто! Термооптический камуфляж! Так, также можно выбрать расу за чужого, поиграть после хищника, а затем за десант.
Это последний. Начинаю извлечение особи. Где экземпляр номер 6? Уходим! Взять живым. Он мне нужен. Пускайте боевых андроидов. С уточнением в программе. Номер 6. Я его хорошо помню. Мистер Вейлан почему-то считает его особенным. Посмотрим, так ли это. Начнем с самых простых реакций. Просто поворачивай голову в указанном направлении. Видишь? Он следит за моей рукой. Послушный. Очень хорошо. Следующий тест. Чудо ксенобиологии. Прекрасно. Они могут перемещаться по любой поверхности. Да, чужой может перемещаться вверх, вниз. То есть как угодно. Хвостом, кажется, разбивать даже. Видимо, еще нет такого способа. Способности сейчас откроется. Так, ну подожди. Как я и предполагал, великолепно, шестая. Ты ведь и прыгать можешь. Очень так универсальное оружие. Сейчас подопытного будем ловить. Так, кто здесь есть? Я туда не пойду. Друг мой, вы участвуете в очень важном эксперименте. Роуз? Что это? Черт! Наконец-то. Тушим свет. Свет ему не нужен, кстати. Потрясающе. Она знает, где нужно прятаться. Я едва вижу тебя, шестая. Шестая. Не знал, что шестая. Мне нужен новый подопытный. Весной параграф 88 Симарта Тарната. Главное, чтобы деньги платили, да? Да. Главное спрятаться в темноте. Темно, хоть глаз выколи. Дайте
Можно повториться. Совершенный организм, несравненный. Впустить следующего подопытного. Сандра. Так, мощная атака. Ты справишься с этим, шестая. Когда тебя не видят, конечно, мощная атака. А ты он видишь. В основном алины определяют по запаху. Это модификация именно этой расы. Что тут происходит? Что случилось со светом? Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Явный признак. Я где-то клапан сломался. Но как ты узнал об опасности? Так, и что теперь? Мистер Вейланд был прав. Замечательно. Думаю, на сегодня отлично. Хватит. Угу. Так, всяка также эпизод за десантника. Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Указанной цели. Связи больше не было? Не было. Считайте пока, что это военная выставка. Вас понял, Марлоу. Мы... Что за черт? Неизвестный корабль. Черт, откуда они взялись? Марлоу, вы слышите? Черт. Ты живой? Встать, рядовой! Давай, поднимайся! Так, внимание! Предположительно имеет место нашествие ксеноморфов. Так что, готовьтесь! Твари этих бить только на расстоянии! Не только кислота превратит вас в...
Зайцы, начинаем операцию. Посмотрим, что тут творится. Есть контакт! Движение прямо над нами. Контакт. Так, ну, курсант совсем другое дело. Десант. Это не то, чтобы... Похоже, ты здорово ударился головой. Хищник, олень. Чужой. Течка. В основном ориентируется по цели передвижения. Это когда он... Как бы это сказать... Так, включи фонарик. Вот тебе все. Темно, запали хис. Угу. Ладно, боец, тебе надо выбираться отсюда. Пройдешь через подвал. Я передам тебе координаты цели. Так, точка, естественно, точка перемещения и все. Двигаемся дальше. Наших к этому всему. Боезапас. Затем должен появиться. Иду на помощь к Ванзанту на завод. Отключаю рацию. Идите. До связи. Так, двигаемся. В абсолютной темноте. Получается. Должно быть еще второе оружие. Что-то я не вижу. Оружие второго, но... Так, это, видимо, надо... себе очистить путь. Сейчас. Так... Вот тебе инопланетное вторжение. Выполнено задание выбраться из ангара. БЖ-386. Ничто на этой планете не напоминало о далеком доме. Так. Но Вейланд Ютани всегда смотрит в будущее. Очень хорошо, что Вейланд Ютани. Мы создаем новые миры для всех людей. Так, хорошо. Вейланд Ютани, мы новый мир построим. Отлично. Что-то где-то шумит. Контрольная точка. Так, это ничего. Самое интересное. Здесь уже против тебя две расы, хищники и алины. Тоже.
8-7-1. Тем более, что их здесь. Никто не считал. Так, снова вверх. Прием, курсант. Жив пока. Уже хорошо. Отлично, курсант. Теперь перезагрузи систему с помощью рубильника. Хорошо. Погоди минуту, а потом уж включай. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь можешь снова включать систему. Нормально. Я сам бы хотел знать, вижу, что движение. Было. Проверь границы. Уходи оттуда. Найди остальных. Не то, что уходи, а уноси ноги, наверное, да? Чужой, кажется. Что он там? Получай, ксеноморф. Будь чист. Вступайте в наши ряды. Сауна бесплатна. Приближается. Ничему тебя учить. Кислотой забрызгал. Не забывай, отлично. На всякий случай, у тебя есть аптечка. Аптечка у меня есть. Черт, я заперта. Нет только оружия на первом уровне нормального. Так. Так, вышел. Кто-то уничтожила Марлу явно заодно с этими тварями. Ты пропустил такую драку? Тут повсюду кишат ксеноморфы. Так, ближний бой. Да, но оружие так и не появилось, то, которое мне надо. Только... Вижу движение прямо перед тобой. Это не свои. Это, скорее всего, Predators. Где-то тут. На заводе. Там.
теперь мы квиты. Как твоя голова? Заходи, бери импульсную винтовку. Не понимаю, чего хочет добиться Вейланд Ютани. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению этих тварей. И я даже думать не хочу о тварях, которые выскочили из ниоткуда и уничтожили Марлу. В общем, отсюда я вроде бы могу управлять некоторыми системами колонии. Отлично, есть энергия. Повторите. Это Кон. Мой отряд сейчас в клубе. Тут есть электричество, освещение, вентиляция. В общем, все, кроме выпивки. Стоп, засекла движение. Черт, похоже, мы разбудили соседей. Нам нужна помощь. Тут что-то очень странное. Конор, могу отправить к вам одного бойца. Он малость неуклюжий, но ксеноморфов бьет хорошо. Отправляйся в клуб и обеспечим огневую поддержку. Я должна остаться здесь и наладить работу сторожевых орудий. Задаем жару. Так, скорее всего, здесь и хищник побывал. И кто-то еще. Ксены. Насколько несколько? Так, где все? А вот первые. Уже. Я взломала систему, заходи в лифт, я вытащу тебя. Наконец-то. Выход. Солдатики. Морпехи. Так, а вот лифт. Повсюду. Оба брата.
пожаловать в основной лагерь, курсант. Ну что, прошел через хорошую заварушку, приятель? Держись, парень. Жить будешь. Бегом, курсант. Мы нужны наверху. Оценивать нашу защиту, рядовой. Какого? Что случилось со светом? Они отключили. Сразу несколько сигналов. Орудие перегревается. Они уже у гермостворки. Курсант, спускайся вниз. Так, вверх, вниз. Что делается там вообще? Едят кого-то. Теперь так понимаю, зачищается территория, Что он там говорит? Десант, не расслабляемся. Понятно. Не успеет, наверное, перелезть. Оставайся на месте.
наконец-то лифт. Это Текила. Внимание, начинаем тактическое отступление. Всем к точке эвакуации. Надо как можно скорее убираться. Канализация проходит под всей колонией, курсант. Иди по канализации назад к ангару. Живо, солдат. Дерьмо с себя смоешь на корабле. Непонятно, где... О, успел. Куда-то утащили. Так, это прохождение за десантника. Третья. Раса первая, значит, это вот хищники были. Алины и вот это вот люди. Выбирать вам, конечно, с кем и за кого играть. Хотя можно сыграть за всех трех. Пройти.